Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно, друзья, без вложений, выполняя легкие задания, на выполнение легких заданий я зарабатываю поинты. Эти поинты конвертируются в биткоин Сатоши. Называется ГЭП. И вот такое вот у него название. Вот. В этом видео я хочу показать, как ставить денежку на вывод, эти поинты. Так как я набрала минимальное количество поинтов на вывод. 5000. Здесь идем в аккаунт. Я показывала, как здесь работать, зарабатывать. И у меня 5050 поинтов вот этих монеток. Значит, идем в вывод, вкладочка, кликаем. И вот количество. 5050 вот этих поинтов. 1000 равняется $2. Значит, у меня $10, друзья. 2 на 5, 10, так. И минимальная сумма. Здесь написано 5000. Можно выводить на прямой кошелек и на PayPal. PayPal я не буду, я на прямой кошелек. Значит, сюда, смотрите. Если я пропишу 6000, например, да? 6000. Так. В общем, я прописывала, мне здесь биткоин. Есть PayPal, есть биткоин. Я вставила, обратите внимание. И вставляю прямой адрес. Но мне сейчас напишут недостаточно средств. Здесь вводить нужно или 5000, или 10000. Как бы 6000, если бы у меня, да, было, я бы не смогла вывести. Вот я о чем. Прописываю 5000. Так. Проверяем. 5000, биткоин, адрес. Сейчас я еще проверю свой адрес. Угу, все верно. Кликаем. Ну, с Богом. Так. Переводим на русский. Ваш запрос будет обработан в течение 24 часов. Так. Показала, да, как правильно ставить на вывод. Если вы выводите на PayPal. В общем, с PayPal там вообще полная головная боль. Сейчас я... На почту мне пока ничего не пришло. Должно прийти на почту письмо. Давайте обновим страничку. Денежки пока на месте. Ну что, друзья, как денежка поступит на кошелек, я запишу видео. Но мы увидим здесь вот скрины выводов, да? Люди вот выводят. Вот видите, уже 5 выводов. Человека. Это я вам все продемонстрирую на, как бы, собственноручно, все в режиме онлайн. И я вам показала, как ставить правильно на вывод. Вот. Ну и буду ждать вывод. Я выводила на Coinbase. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Будем ждать вывод. Ждите следующее видео. Кто не подписался, подписываемся. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.